Пришли летние каникулы. С 1 июня в Уссурийске открываются пришкольные лагеря. Сейчас каждое учреждение проверяет комиссия. В зданиях должны быть соблюдены все нормы безопасности. Например, огнетушители исправны и заряжены. Минимальное требование – 2 устройства тушения на этаж. План эвакуации доступен и понятен. Аварийные выходы открыты. Кнопка пожарной сигнализации должна быть на видном месте. Основные требования, предъявляемые к лагерям – это исправность эвакуационных выходов, то есть полностью, чтобы это были открыты двери. Состояние общее, то есть основные моменты, также уделяется внимание к пожарной сигнализации, чтобы она была исправна. Центр детского творчества примет 2 смены школьников этим летом. Набор уже завершен. Первая смена пройдет с 1 по 21 июня. За это время отдохнет 150 человек. Вторая продлится с 24 июня по 14 июля. На эту смену придут 100 детей. Мальчишкам и девчонкам подготовили развлекательную и познавательную программу, мастер-классы, встречи, беседы и интересные выезды. Первая смена будет у нас патриотического направления, вторая – экологического направления. Ребята будут заняты развлекательные мероприятия, спортивные эстафеты, информационные какие-либо мероприятия, выезды в зоопарк «Чудесный», кино, театры. Внутри и снаружи зданий установлены видеокамеры, мониторы, куда передается картинка, должны находиться на вахте под постоянным наблюдением. Это нужно, чтобы регулярно следить за ситуацией и при необходимости установить виновника происшествия. В течение года все учебные заведения работали, и поэтому в течение года все предписания какие-то были в прошлом году или, допустим, все это исполнялось, все это выполнялось, и поэтому к 1-му числу у нас откроются лагеря и будут действовать в полном порядке. Специалисты различных ведомств к концу недели проверят все организации, где разместятся пришкольные лагеря. Это 4 учреждения дополнительного образования и 34 школы. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс.